Возвращаемся к главной теме этого дня – перемирие в Донбассе. В целом соблюдается, но украинская армия периодически нарушает режим тишины. Больше всего обстрелов по позициям ополчения в Дебальцевском котле. В самом городе сильно разрушенном от огня украинской артиллерии. Ополчение уверенно держит оборону. Что происходит в Дебальцеве, мы оставляем без комментариев. Я рядом с Добрым. Надо еще один транспорт от Аркадьевича, чтобы выслал он, чтобы людей забрать. Что говорит? Ответь, у меня рации нет, пацаны. Как старшего вашего? Андрей! Тебе нужны обычные лотерлотики. Короче, что трогать его сейчас. Он, в принципе, такой не. Thank you.